Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Лисенкова Ольга. Я практикующий врач-невролог и специалист по головной боли. Хочется затронуть такую тему, как дергающийся глаз. К неврологу достаточно часто обращаются с этим вопросом. Наверняка у большинства людей глаз хотя бы раз в жизни дергался. Имеется в виду сокращение верхнего либо нижнего века. Когда это происходит небольшой период времени и спонтанно проходит, безусловно, повода идти к врачу это не создает. Но когда глаз дергается каждый день, длительно, часами, по несколько дней, а иногда даже несколько месяцев подряд, это вызывает выраженный дискомфорт, и тогда уже люди, как правило, добираются до врача. Большая часть пациентов связывают такое состояние с повышенной эмоциональной нагрузкой, большими объемами работы, недостатком сна, то есть такой стрессовой ситуацией. Конечно же, сначала пытаются справиться какими-то своими способами, и если уж совсем ничего не помогает, тогда обращаются на прием к врачу. С этим вопросом, как правило, обращаются либо к офтальмологу, либо к неврологу, или и к тому, и к другому. Медицинский термин, который характеризует данное состояние, это лицевая миокемия. Это заболевание абсолютно доброкачественное, не опасное для жизни и в большинстве случаев проходит спонтанно. Если не проходит, необходимо лечить. Какие могут быть причины? Безусловно, перегрузки, психоэмоциональный стресс, недостаток сна. Также такие состояния могут быть вызваны дефицитом магния. Хочется отметить, что дергающийся глаз все-таки это понятие достаточно емкое, и в некоторых ситуациях это может быть симптомом каких-то серьезных заболеваний. Например, если не просто подергиваются веки, а глаз зажмуривается, и это мешает обзору. То есть непроизвольное смыкание век, которое мешает работе, например, просмотру файлов каких-то, вождению автомобиля и так далее. Это называется блефароспазм или спазм век. Он может быть как с одной стороны, так и с двух сторон. Двусторонний блефароспазм приводит к тому, что пациенты не могут заниматься повседневной деятельностью своей. И тогда это уже требует лечения. Бывает так, что сокращается не только веко, но и половина лица с той же стороны. Особенно если эти сокращения прям непроизвольные, выраженные, которые видны со стороны. Это называется лицевой гемиспазм. За сокращение мимических мышц отвечает лицевой нерв. Лицевой нерв может быть раздражен. Например, он может контактировать с пульсирующим кровеносным сосудом, и это вызывает ритмичные такие воздействия, которые приводят к сокращению половины лица. Называется это лицевой гемиспазм, и так же, как и блефароспазм, то есть спазм век, лечится с помощью инъекции ботулотоксина. Это препараты диспорт, ксиамин, ботокс. Если имеет место подергивание века, которое не бросается в глаза и может быть даже незаметно окружающим, но это настойчивое явление, имеет смысл добраться до невролога. Если все это на фоне стрессовых событий, перегрузок на работе, недостатка сна, питания на ходу, тогда имеет смысл пройти тестирование нейропсихологическое и выяснить, каково состояние. Если при тестировании выявляется выраженная тревога, либо депрессия, либо смешанные тревожно-депрессивные расстройства, тогда это требует коррекции. У меня были пациенты, которые говорят, что 6-7 месяцев практически ежедневное подергивание века, при этом состояние невроза. При назначении препаратов из группы дневных антидепрессантов эти симптомы прекрасно уходят. Если у вас появилось подергивание века, и вы понимаете, что вы достаточно много работаете, либо у вас какие-то негативные события, то можно попытаться справиться сначала своими силами. Для этого простые рекомендации – постараться выспаться, дать себе такую возможность, может быть, взять несколько выходных, короткий отпуск без содержания, попытаться сменить обстановку, в идеале выехать на природу, заняться какой-то физической активностью. Это может быть посещение бассейна, спортивного зала, просто гимнастика, даже в домашних условиях. И очень часто, поскольку данные состояния сопровождаются дефицитом магния, имеет смысл использовать препараты магния. Это может быть банальный магний В6, магнелис, магнирод,
магния диаспорал и так далее. Достаточно часто прием препаратов магния позволяет взять под контроль подергивание века. Но если такие симптомы сопровождаются какими-то дополнительными проявлениями, лучше все-таки обратиться к неврологу. И также было замечено, что провоцировать подергивание и непроизвольное сокращение мимических мышц может избыточный прием кофеина. Если вы пьете много чая крепкого, кофе, либо используете какие-то напитки-энерготоники, либо обезболивающие препараты, которые содержат кофеин, например, цитрамон, кафетин и другие, тогда важно ограничить потребление кофеина, и даже одно это действие может привести к тому, что вы почувствуете улучшение. Если такие симптомы сопровождаются плохим сном, трудностями засыпания, частыми пробуждениями, либо ранними пробуждениями до того, как зазвенит будильник, очень часто это проявление депрессии. Подробнее о депрессии, о том, как она лечится, какие могут быть дополнительные симптомы, есть отдельный видеоролик на моем YouTube-канале. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Буду рада, если эта информация оказалась полезной для вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видеороликов. Буду благодарна за комментарии, отметки мне нравятся. Большое спасибо за внимание. Будьте здоровы!